В финале городского конкурса «Ученик года 2015» приняли участие 5 конкурсантов. Начало состязанию положило традиционное приветствие жюри. У вас такая за плечами уже умеренная подготовка. Потом у вас в зале ваши верные, надежные друзья. У каждого из вас группа поддержки. Всем претендентам предстояло пройти несколько конкурсных заданий, и все они были не из легких. Каждая стала проверкой личностных качеств школьников. Впрочем, в своих силах ребята нисколько не сомневались. Мне кажется, я достойна этого звания, потому что я интеллектуальный творческий лидер, могу повести за собой, ориентируюсь в какой-то необычной ситуации и всегда могу найти выход. Претенденты на победу проявили себя в мастерстве публичного выступления в открытой дискуссии на актуальную тему, показали мастер-классы о своих увлечениях, а также показали свое умение работать в команде. Татьяна Лисеева, Виталий Немов. Наше время.